Всем привет, привет! Смотрим сегодня расклад. Сегодня будет расклад на три позиции. Мы с вами будем смотреть такой вопрос, как замкнутость, нежелание общаться. В чем причина? Ну, бывает либо такое настроение, либо вы по характеру такой человек. Ну, вот просто это сегодня и посмотрим. Так хочу сделать такой маленький, коротенький расклад. Ну, конечно же, то, что я хочу, и то, что выйдет, как обычно, это будет разница. Ладно, посмотрим. Так, убираем эти позиции. Напоминаю, что в разделе «Сообщество», ссылка на которую есть в описании к этому раскладу, я выкладываю блиц, анонс на блиц-консультации. Приходите, не пропустите. Итак, позиция номер один – голубенький камешек. Посмотрим на колоде Николеты Чиколи, что она нам скажет сегодня. Замкнутость, нежелание общения, да? В чем причина? Итак, первый вопрос. Почему вы замкнуты? Почему вы замкнуты? Двойка кубков. Вы знаете, здесь хочется сказать, мне и так хорошо, да? То есть двойка кубков. Я и так нахожусь в гармонии с самим собой. То есть я не чувствую, что я замкнутый. Я не чувствую, что мне как-то с этим не очень-то хорошо. Вообще общение ваше, оно выстраивается с людьми, как некая такая дрессировка, да? Когда, ну, не на равных. Когда вы общаетесь, да, вы либо сверху находитесь, либо снизу. Ну, велика вероятность, что вы все время находитесь сверху. То есть вы как будто бы, не знаю, на ступеньку выше, и люди к вам прислушиваются, к тому, что вы говорите. Может быть, это ваша профессиональная сфера такая, да, когда вы вынуждены что-то рассказывать, что-то объяснять кому-то. Вот, и, в принципе, в этом-то бывает и причина, что, возможно, вы работаете в сфере, которая косвенно, ну, либо напрямую имеет отношение к коммуникации, и устаете от общения, и поэтому вам хорошо с самим собой. То есть по двойке кубков я могу сказать, что здесь человек не чувствует свою замкнутость, да, а наоборот, он в балансе, ему так хорошо. Вот, ну, еще давайте посмотрим, почему вы замкнуты. Вы знаете, человек, вы просто по своей натуре, аркан шута, да, а сам себе на уме. То есть вы можете создавать вокруг себя такую атмосферу. Нет, здесь не про это, а здесь, скорее всего, наоборот, что шумы не вы создаете, а вокруг вас, скорее всего, столько помех, столько каких-то шумов, что создаются, может быть, людьми создаются, может быть, ситуациями, что вам просто необходимо быть самим собой, то есть удаляться как-то, не знаю, ну, например, может быть, вы работаете где-нибудь в каком-то шумном коллективе, где очень много людей и много разговаривают, либо это какой-то завод, да, то есть там, ну, шумы, то есть какие-то вот помехи мне идут, шумы. Хочется уши закрыть и... Вот, знаете, это песня «Тишины, тишины хочу». Вот здесь что-то такое. То есть вы не замкнуты. Просто очень много, возможно, вокруг вас какая-то вот движуха, и вам просто хорошо, когда есть тишина, и когда вы сами собой. То есть вам есть чем заняться. Я не вижу, чтобы вы были замкнутым человеком. Вы, наоборот, знаете, по аркану шута, как я сказала, человек сам себе на уме. То есть как хотите, так и живете. То есть непредсказуемые люди, открытые, в принципе, да, к общению. Может быть, в чем-то сумасшедшие, с хорошей точки зрения, да, гений, может быть, в какой-то своей сфере, может быть, хороший, очень отличный, классный специалист. Но при этом вы, знаете, человек, который идет по течению. То есть вот у меня такое чувство идет, знаете, вот от этой позиции. Человек, который вообще не понимает, к чему здесь все претензии. Да? Кто вообще решил, что я замкнутая, и кто вообще решил, что мне что-то нужно. Мне живется... В принципе, хорошо, да, то есть без каких-то проблем. И я не вижу, чтобы здесь были какие-то проблемы. Хорошо,
Но все же, да, если все-таки вы захотите, ну, то есть смотрите этот, эту позицию, да, этот расклад, велика вероятность, что все же присутствует эта замкнутость, да, может быть, вы ее иногда ощущаете. В чем причина отказа общения вообще может быть для вас? В чем причина отказа общения? Четверка кубков и говорит. Ну, смотрите, как красочно говорят арканы. Девушка сидит здесь прекрасно в ракушке, отдыхает, наслаждается, наблюдает там вот за какими-то другими ракушками, рыбки там плывут, звездочки. То есть есть внешний мир и есть внутренний. Если посмотреть, где лучше, во внешнем мире или во внутреннем, да, внутреннем лучше, да, здесь есть и хоть зелень, она так комфортно сидит, у нее есть все удобства, вот. Она вообще не парится по поводу происходящего вовне. Если сказать одним словом, мне хорошо, мне комфортно, поэтому у меня нету желания, да, то есть здесь нету желания выйти из вот этих вот своих рамок, из-за этого купола, из этих ограничений. Мне хорошо, человек не чувствует потребность в общении, вот поэтому и отказ. В чем еще причина отказа общения? Вот заметьте, да, здесь две девочки, они связаны одной косичкой, единение. Двойка кубков. И здесь аркан повешенного, да, две головы. То есть, в принципе, вам, то есть одна голова хорошо, две лучше, вам самой собой не скучно. Вот это вот главная причина того, почему вы не хотите общаться. Поэтому что здесь искать? Здесь искать-то и нечего. Ну, вы император по жизни. Присутствует причина в стабильности, да, то есть меня все устраивает, я как-то, знаете, контролирую, управляю этим процессом. Здесь чувство, что человек взял вот эту вот ответственность, да, в общении на себя, то есть он осознанный. Здесь как будто бы присутствует вот эта вот осознанность в общении, то есть я разговариваю только тогда, когда мне нужно что-то сказать, когда мне нужно с кем-то повзаимодействовать. И велика вероятность, что первый шаг делаете вы. Не к вам, а вы. Вот когда вы готовы, когда вы захотите выйти из своей стабильности, тогда вы и общаетесь. Здесь люди, они находятся вот в такой более подчиненной позиции, поэтому просто так вам не подступиться. То есть люди просто так вам не могут прийти и сказать: ой, слушай, знаешь, мне хочется там поплакаться в жилетку, ты не хочешь побыть с моими свободными ушами. Нет, к вам, на вас смотрят вот так вот, да, наверх, поэтому, и тут еще и император, да, то есть человек такой очень весомый, непростой, вы непростая личность, к вам просто так на сизой козе не подъедешь, вам нужно приходить только по существу, по делу, либо если это связано с вашей профессиональной сферой, да, коммуникация. А так вот просто я не вижу. Я даже не вижу здесь общения как-то, знаете, с близкими, либо друзьями. Я не вижу их. Но если они есть, то они где-то там. Но, по крайней мере, в вашем поле я не вижу других людей. Я вижу, знаете, человека, который сидит в своем доме, ему нужно что-то сделать, пойти там, например, на работу, либо в какие-то, там, не знаю, структуры, что-то сходить по делам. Вот он вышел, пошел, сделал, пришел домой. О, кайф, расслабился, лежу, читаю книжку, думаю о прекрасном, наслаждаюсь вкусной едой, и мне на всех других по барабану, реально, да, в аркан шута. Мне по барабану, я не хочу ни с кем общаться. Здесь такая позиция. Так, единички. Такие вы у меня классные. И причем вы не считаете себя замкнутым человеком. Просто вам хорошо и нет потребности. Ну и классно, и здорово. Позиция номер два. Красненький камешек. Не забывайте про блицы. Ссылка на сообщество, где есть анонс на блиц консультации, есть под этим роликом. Нажимайте на кнопочку, на ссылку сообщества. Вас перебрасывает на анонс. Так, двойки, смотрим вас, да, почему вы замкнуты? Почему вы замкнуты? Ну, потому что по восьмерке кубков здесь, смотрите, есть какие-то мысли в вашей голове, которые, возможно, вас пугают. То есть есть какие-то страхи, присутствует неуверенность. Очень много хочется сказать пыли в вашей голове.
именно пыли. То есть здесь не какие-то мысли такие, знаете, серьезные, которые вас грузят, а вот какая-то такая облачность, да, вот как песочная буря какая-то. Все, все некий такой хаос в голове, не структурированный. Поэтому вам бы с собой разобраться. Да, здесь как будто бы пожезлов. Не знаю, может быть, вы чего-то боитесь, может быть, есть какие-то мысли, может быть, есть какие-то сомнения. Но пожезлов здесь говорит о том, что вы растете, вы цветете, вы прекрасно пахнете. Есть ли вообще здесь замкнутость? Я не могу понять. Ну да, да. Здесь вы как будто бы, знаете, человек, который отвлечен чем-то своим. Восьмерка жезлов здесь говорит о том, что человек... Смотрите, здесь у этой куклы нету ног. По крайней мере, я их не вижу. Нету ног и нету рук. То есть руками мы что-то делаем, ногами мы куда-то ходим. И здесь как будто бы человек, но при этом есть вот эти вот, что это там, как светлячки какие-то, да? Как некие такие антенки. И у девочки закрыты глаза. То есть человек здесь находится, ну, условно говоря, в каком-то медитативном состоянии, находится в контакте, может быть, в каких-то телепатических своих мыслях. То есть и здесь, кстати, закрыты глаза. То есть человек не хочет, замкнутый, почему не хочет? Он не хочет общаться. С одной стороны, он боится, а с другой стороны, у него есть какие-то свои... Не знаю, какие-то свои мысли, либо он находится здесь на связи вот с чем-то, либо с кем-то, хочется сказать, неземным. То есть общение есть, причем, может быть, действительно, у вас есть общение, я не знаю, как ченнелинг, да, с другими инопланетными цивилизациями, либо с духами. То есть есть другой вид общения, коммуникации, нежели вербальный с людьми. Вы как будто, может быть, ну, действительно невербально общаетесь, у вас нет необходимости взаимодействовать с людьми. Вот. Ну и причина как раз-таки неуверенность. А здесь просто человек наслаждается собой. Познает себя, да, вот как-то получает удовольствие. Ладно, смотрим, в чем причина отказа. Хотя, в принципе, мы увидели, да? Ну, посмотрим, в чем причина отказа общения. Для тех, кто вот сомневается, у кого есть такие темные, мрачные мысли, человек, который боится потерять контроль, в чем причина? Холодность прошлого опыта, да, то есть верховная жрица здесь говорит о том, что у человека есть какой-то прошлый опыт неприятный, когда вот эмоции этого человека замерзли, да, то есть мы видим здесь такой ледяной айсберг, прекрасный, красивый, утонченный, но вот холодный. А почему он холодный? Аркан звезды. Ну, потому что здесь человек держит какую-то дистанцию определенную. Видите, вот здесь звезды. То ли вы улетаете в облаках, то ли вот реально ваше общение, ну, оно не земное, хочется сказать, невербальное. Есть какое-то расстояние, есть, возможно, мечты какие-то рухнули, ожидания. И человек здесь... Я не могу сказать, что вы закрыли здесь сердце, либо закрылись как-то от эмоций. Просто держите некую дистанцию. Вот здесь человек, который держит дистанцию. Почему вы держите дистанцию? Я не могу понять. Аркан умеренности. Почему вы держите дистанцию? Вот здесь 100% идет какая-то... Вот умеренность – это ведь сон, да, это тоже видоизмененное состояние. Здесь мы видим тоже видоизмененное состояние. Аркан звезды тоже про это говорит, да, то есть что-то такое. Не знаю, может быть, вы пребываете вот сейчас, может быть, вас словило в таком состоянии, когда, знаете, отход идет, отход ко сну. Но нету желания.
То есть вам хорошо вот в том состоянии умеренности, контроля. Причем контроль, он такой пассивный, да, если я ни с кем не общаюсь, значит, мне никто и не причиняет никакого негатива. Да я и не хочу. То есть, я не знаю, может быть, сейчас увлекаетесь чем-то, что вам очень сильно нравится, и это вас как-то наполняет. Вы находитесь в вот таком балансе, но и одновременно в какой-то такой, знаете, сонливости. Поэтому, не знаю, может быть, момент, который словили, вы не хотите общаться. Так, смотрим здесь, да, в чем причина нежелания общения. Но здесь, смотрите, здесь дьявол такой интересный выпадает. Для тех, кто считает, что мне и так хорошо, да, то есть я не замкнутая, просто мне и так хорошо. Присутствует дьявол, присутствует некая такая, знаете, театральность. Когда я буду, знаете как, я сама ничего делать не буду, потому что ног все-таки у девочки нет, да, но я буду вот так вот благоухать и тем самым привлекать к себе разных насекомых, пчелок, птичек, вот, и так далее, и так далее. И на меня кто-то обратит внимание, и когда на меня обратят внимание, я так вот гоп и театрально упаду в обморок. Вот, но контролируемо так, потому что она не просто падает, она так, знаете, красиво падает, чтобы был вот в красивом таком ракурсе, вот в полном таком цвете себя показать, в наилучшем. И вот это вот, почему-то мне эту морковку напоминает, я не знаю, это дьявол, он мне напоминает морковку. И это дьявол в таком, значит, это самое недоумение. То есть не он как будто бы соблазняет эту девушку, а девушка соблазняет, а он повелся. Морковка повелась. Вот здесь что-то такое. То есть я не буду общаться, то есть я не буду самой первой делать шаг, но если кто-то проявит ко мне интерес, да, то я вот как-то тогда буду играться, развлекаться, да. Вы занимаетесь как этим магнетизмом, да, то есть вы притягиваете к себе людей. Вот, а потом, если что, я оп, и ушла в бессознанку, да, здесь сплю, я ушла в бессознанку, и типа, меня здесь нет, кто виноват, ты, почему ты сам пришел, да, я тебя не звала, ты сам пришел, увидел свет, зашел. Здесь интересная такая игра, вот, ладно, а теперь посмотрим вот здесь, вот, в чем причина отказа общения, ну, в девятке кубков, да, в том, что мне и так хорошо, да, то есть я и так общаюсь с инопланетными цивилизациями, да, в своих медитациях, там, нахожу какие-то ответы, мне хорошо, я наслаждаюсь, и вообще отвалите от меня все, да, вот, вот тройка кубков и говорит, так я общаюсь. Каким образом вы общаетесь, я не знаю, но общение здесь присутствует, комфортное, удобное, потому что, смотрите, здесь девушка общается с печенькой, правда, не на равных, вот, почему, потому что ванну, которую она здесь принимает, вот эту вот кофейную, она горячая, да, печенька в шоке, я растаю здесь от твоей теплоты, да. А девочке ей, ну, ей по барабану, растает она, не растает, главное, что мне хорошо, мне тепло, да, я вот в этом джакузи нахожусь, а ты что будешь делать, мне как-то неинтересно. То есть, ну, здесь человек получает удовольствие, я не могу сказать, что нет общения, потому что тройка кубков тоже говорит о том, что общение есть, причем есть общение с людьми, с единомышленниками, с которыми вам хорошо, комфортно. Ну, это могут быть ваши друзья в том числе. Да, вот она, императрица, понимаете, вам есть чем заняться. Вам есть чем заняться. То есть, опять же таки, я могу сказать, что вы не общаетесь. Если есть общение, да, то, в принципе, вот кто вот по этой линии проходит, да, то здесь общение больше и тут женщинами. Но здесь вот именно с единомышленниками вам настолько интересно обмениваться информацией, обмениваться каким-то своим опытом, там что-то для себя открыли, что-то узнали, как вы там поменяли свою работа над собой, да, душа, потому что здесь вот все-таки стрекоза изображена, стрекоза это вот как символ некой такой души, здесь императрица, она сидит, она через лупу рассматривает эту стрекозу, да, то есть рассматривает свое состояние души. Она выбрала для себя предмет, да, вот, видите, здесь тоже я выбрала для себя предмет, некий такой ченнелинг, общение медитативное, пассивное какое-то такое, да, телепатическое. То есть я общаюсь. Возможно, вы общаетесь, кстати, с кем-то, кто находится на расстоянии от вас.
не напрямую, а где-то вот на расстоянии, какая-то дистанция здесь, возможно, присутствует. Либо же там интернет. Но общение происходит. Общение такое достаточно легкое, но на более серьезное вы и не хотите. Это была вторая позиция. Я вот этого дьявола и поставлю, потому что вот эта вот морковка. Почему она мне морковку напоминает, я не знаю. Но это очень-очень забавно. Такая театральная. Посмотрите. Ах, оставьте меня, оставьте, да, Люба. Держите меня, держите. Так, сегодня у меня такое игривое настроение, как вы поняли. Поэтому расклад будет такой. Игривый. Позиция номер 3. Зелененький камешек. Троечки, вам тоже напомню, что пятница у меня анонс про блиц-консультации. Ссылка в разделе «Сообщество» в описании к этому ролику. Переходите, смотрите. Так, смотрим вас. Ваше нежелание общения, да, ваша замкнутость. Почему вы замкнуты? Шестерка жезлов. Смотрите, здесь 50 на 50. То есть кто-то действительно замкнутый, а кто-то нет. То есть если есть замкнутость, то замкнутость связана с тем, что вы сейчас настроены на какую-то цель. То есть у вас есть какая-то поставленная задача, вы полностью сфокусированы на ней и тем самым абстрагировались от других. То есть у вас есть какие-то задачи, которые вам нужно выполнить, поэтому вы не то чтобы отдалились от других людей, да, либо замкнулись в себе, у вас просто есть какие-то задачи. А у кого-то здесь в прямом смысле человек чувствует себя на коне, человек-победитель, по жизни такой уверенный, и сказать, что он замкнутый, нет. Занятый, я бы так сказала, да, есть у человека какие-то дела. Да, вот видите, есть некая такая суматоха присутствует здесь. Есть разные мысли в своей голове. Здесь человек просто занятый. Ну-ка еще один аркан вытащу, посмотрим. Почему вы замкнуты? Просто заняты. Угу. А у нас здесь, значит, появился страх. Появился страх. А чего вы боитесь? Здесь есть какой-то прошлый опыт. Какого-то шанса боитесь, да? Какого-то нового начинания, что это начинание прям вот осчастливит вас, хочется сказать, да? Пронзится внутрь вас. Здесь эта птичка, она как будто бы в это в яйцо входит, знаете, как сперматозоид. Она прорывается для оплодотворения, для начала чего-то нового. То есть вы боитесь как будто бы... А, поняла, вы боитесь новых людей в своей жизни. А почему вы боитесь новых людей? Так, отшельник вышел здесь. Ну, потому что вам хорошо вот в своем состоянии. То есть вы находитесь в какой-то цикличности, да? Вот это вот, смотрите, здесь тоже целеустремленность. Человек ходит под кругу, да, он ищет как будто бы ответы на свои вопросы. То есть он свечку здесь держит, эта улитка. Она ходит по кругу, некая такая цикличность, но и одновременно спираль развития. Человек ищет ответы на вопросы. А тут получается так, что какой-то новый человек, если появится в вашей жизни, ему нужно будет уделять время, и он как будто бы забирает ваше внимание от того, на что вы здесь настроены. Ну, то есть у вас есть какая-то цель, вы что-то хотите сделать. А здесь получается так, что человек у вас забирает ваше внимание, и вы не реализуете свою цель. Поэтому здесь вопрос фокусировки чистой. Причем это люди новые, потому что если бы это были люди, которых вы знаете, вы с ними можете сказать, то есть оставь меня в покое, мне нужно пространство, время. Когда я буду готова, я буду общаться. И здесь люди с пониманием относятся к вам. А новым людям нужно будет объяснять, как-то с ними взаимодействовать. И вот, вот это вот вам как будто бы страшно. То есть ощущение того, что вас заберут вот этого зайчика, да, то есть что-то такое ценное,
за что вы держитесь, и это ценное, это вот может быть время, это может быть пространство, личные какие-то границы, это может быть какая-то идея. То есть здесь ощущение того, что вас просто отвлекут от намеченного вами пути. Поэтому вы по этой причине можете быть замкнутыми. Хорошо, а в чем причина? В чем причина вот здесь, да? Человек движется вперед. В чем причина? Колесо фортуны. Знаете, здесь вот прям идет продолжение, пояснение того, что я сказала. Колесо фортуны говорит о том, что если вы будете уделять время другим людям, то вы себя будете ощущать вот как эта бабочка, да, у которой сковали здесь, там, здесь, по-моему, завязанные ноги, руки. И придется смириться. То есть вроде бы вы и не против были бы от общения, но такое чувство, что не очень-то и хочется, да? 50 на 50. Но человек смирился. Надо общаться, ладно, я буду общаться. Так, королева Пентаклей. У вас здесь такое ощущение, что у вас какие-то задачи здесь стоят. Здесь вам что-то, что вы чем-то действительно реально занимаетесь. Поэтому в чем еще причина? Причина заключается еще в том, что если кто-то попадет под горячую руку, когда вы сфокусированы, то мало не покажется. Вы можете оттяпать большую часть этой морковки, да, то есть вы становитесь раздражительными. Поэтому вот здесь такое ощущение, что вы просто предупреждаете людей, что я занята, дайте мне время, а когда я закончу свои дела, я выйду с вами на связь. Но я не вижу, чтобы здесь человек был замкнутый. Он просто не хочет, чтобы его отвлекали, да, не хочет терять время по пустякам. Но при этом, смотрите, когда у вас есть время, вы закончили свои дела, да, вы входите вот в четверку жезлов. То есть вы наслаждаетесь общением, но опять же таки, да, вынужденно. То есть здесь хоть есть эти леденцы, и девочка бежит. Они, кажется, вот это все такое сладостное, прям огромное, и она убегает из этого леса леденцов и тащит за собой вот эту вот пчелку. Ну, человек трудоголик по этой позиции проходит, либо человек, который любит свое дело, он очень вовлечен в него, и ну, нету желания тратить время по пустякам. Человек понимает смысл и толк во времени. И просто распределяет правильно время. Хотя в большей степени я вижу, что вы трудоголик. Вот такой здесь был расклад. Да, коротенький я хотела сделать. Не хотела делать большой, веселый. Правда, на третьей позиции настроение. Как это немножечко упало. Да, потому что такое тяжелое. В контексте работы. Отвалите, не отвлекайте меня. Я сама понимаю это состояние. Оно не совсем приятное, когда ты занимаешься делом. Знаете, вошел такое ресурсное состояние, а тут тебя отвлекает. И ты не просто режешь и колешь всех на своем пути, вот, а ты забываешь о том, для чего была создана семья. Вот. Вот такой у меня был сегодня коротенький расклад. Пишите свои комментарии. Последнее время опять энергия у меня сменилась, и как следствие расклады поменялись. Да? То есть заявленная, как я уже говорила, тема заявляется одна, а ответы Таро мне показывают абсолютно другое. И сегодня, в принципе, да, должно было показать, в чем причина вашей замкнутости, но я не увидела, что люди здесь замкнуты. Просто каждый живет вот в своем мире, да, то есть первая позиция, люди кайфуют от того, как они проводят время сами собой. Там, вторая позиция, люди заняты невербальным, может быть, общением, да, невербальным общением, либо по связи, по переписке, либо там в ченнелинге общение с духами и так далее.
То есть другой мир. А по третьей позиции люди не замкнуты, они просто работают, и не надо их отвлекать. Вот такой у меня был расклад. Прощаюсь с вами, пожелаю вам всего самого наилучшего. Благодарю всех, кто приходит на блиц-консультации, оставляет обратную связь. Абсолютно все мне пишут обратную связь, я ее просто не выкладываю нигде, потому что, ну, она такая достаточно личная, потому что все-таки темы затрагиваются лично, и если человек не хочет самостоятельно ее публиковать, вот, то я не публикую. Но я рада, что люди приходят, и мы вместе с вами находим ответы на вопросы, которые я озвучиваю в блиц-консультациях. Пожелаю вам отличных выходных. Теплого мая, вот, солнышко, восстанавливайте свои ресурсы, энергию, и для того, чтобы на новой неделе работать с большей отдачей, вот, и получать еще больших результатов. Прощаюсь, всем пока-пока.